Количество жертв тройного теракта в Дамаске увеличилось до 76. Более 100 человек ранены. Это данные правозащитных организаций. В густонаселенном квартале сирийской столицы прогремели сразу 3 взрыва. Сначала на воздух взлетел заминированный автомобиль. Затем себя подорвали 2 террориста-смертника. Все произошло недалеко от школы, поэтому среди погибших и пострадавших много детей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная во многих странах, в том числе и в России, группировка «Исламское государство». Произошедшее назвали попыткой сорвать переговоры по урегулированию сирийского кризиса, который проходит в Женеве.